Хотите себе iPhone, iPad или любую другую технику Apple? Ребята, заходите в ID Store специально для вас по промокоду VLOGDECABRY. Скидка в 1000 рублей на любой заказ от 10 тысяч рублей. Поэтому магазин советую, ссылка будет в описании. Продолжаем смотреть VLOGDECABRY. Тюбань, доброе утро. Тюбань, с Новым годом тебя. Можешь показать так, вот это? Что тут? А, Тёмич наконец-то на ДРшку получил то, что он давно хотел. А это кто тебе подарил, не помнишь? Оксана. Короче, ездили в Глобус, Тёмка все этой головой жил, мечтал. И вот, наконец-то, у него на день рождения появилась такая голова динозавра. А в ней, кстати, сейчас, Тёмич, а в ней там куча-куча, вот такой целый патронтаж динозавриков, из которых можно построить какой-то парк юрского периода. А здесь, ого, ничего себе, ты сделал коллаборацию. Мне кажется, это какие-то вообще тут, нифига себе, головы лежат на этих. О, Тёмич, это фильм ужасов какой-то. Это какие-то ходячие мертвецы. А еще Тёмич себе выбрал, кстати, Денис нам подарил сертификат вот как раз в этот, как его, в Леонардо. Вот, и Тёмка себе выбрал, как это называется-то? Алмазная мозаика. Вот. Ну, соответственно, есть какие-то вот номера обозначения, ты сюда вот эти вот штучки прикрепляешь. Я сейчас, вот. Смотрите. Но сделал такое здесь вот, чуть-чуть. Не, я вон там еще сделал. А, все, вопросов ноль. Так, я уже позавтракал. Время раннее. И мы сейчас, точнее я сейчас одеваюсь, выхожу. И мы где-то часов в 9:20 встречаемся с Денисом, дружбан мой, и едем в Сарачаны кататься на досках. Так, заряжаю телефон последними этими волнами энергии. Так, все. Обязаловка, с собой нужно взять эту DJI. Ну, конечно, GoPro типа. Еще нужно обязательно, значит, приехать, протестировать хотя бы одну клаву открыть. Блин, тяжелый. Но Dark Project, ребят, я вам скажу, это, конечно, вообще тема. Вот, я особенно вот эту жду. Так, где? Во, вот она, GoPro-ха. Вот, сегодня, когда буду кататься, буду на нее снимать. У меня здесь крепление такое вот на штучке стоит, но у меня с собой это, как ее, палочка. Палочка селфи, чтобы прицепить, вытянуть и что-нибудь поснимать. Но с учетом того, что я особо кататься не умею, я думаю, что все должно получиться. Сейчас на улице, ребята, минус 10. Он слева внизу показывает. И что я вам скажу? Да, конечно, взял много утепления, чтобы кататься. То, что уже хотя бы у меня хорошо, что есть все, как можно сказать, велосипедные вот эти вот перчатки зимние я покупал себе. Надеюсь, не замерзну сегодня. Балаклаву тоже взял. Сейчас хорошо, что спасает хотя бы теплый руль и обогрев попы. Потому что вышел, машина холоднющая. Вообще прям. Ужас какой. С другой стороны, может быть, не самое лучшее в минус 10 именно по московскому региону кататься. Потому что, мне кажется, те же самые минус 10, к примеру, в той же там Красной Поляне, в Шерегеше, немножко по-другому ощущаются. Ну, не знаю. Вот напишите, вот кто из вас профессионал в катании, к примеру, на досках, на лыжах? Типа минус 10 – это нормально? Потому что мне что-то кажется как-то довольно-таки даже холодновато. Зато сегодня офигенно солнечная погода, целый день обещают вот так вот. Ого! Прям такое утреннее, желтенькое, точнее даже оранжевое солнышко. Ничего себе. О, вон он топает. Давай уже в комбинезоне. Так, сейчас как раз за кофейком. Ой, Денис уже разместился. Сейчас полтора... Что-то я тебе не показал, ты сказал здоров. Привет. Короче, сейчас это... Кофеек берем, полтора часа и на месте будем. Только мне надо будет в прокат взять. А? Спасибо большое. Все. Чинь-чинь. Пум. Мы даже вообще незаметно доехали, потому что без пробок. У нас сегодня получил где-то час 30 мы ехали. Все, сейчас. Сарачаны где-то уже рядом. Надо будет как-нибудь еще в Яхрому съездить. Нравятся мне вот здесь виды такие все-таки.
Прям вообще козырный выглядит. Такое ощущение, что ты реально куда-то там, знаешь, в горы приехал. Но для Московской области хотя бы и так хорошо, что хотя бы вот так построили. И то, я так понимаю, это наполовину насыпная тема. Ну, само по себе вроде здесь. Да, все так красиво. Ладно, сейчас главное прокат, надеюсь, работает. Приехали мы даже, да нет, так и планировал, где-то 11. О, прям какие тут виды открываются. Замечательные. А я помню, я такие виды уже записывал. Мы в первый раз тут приехали в отель «Свежий ветер». Кстати, ребят, советую. Были в нем два раза летом. А, не, были зимой и летом. И как бы само там все одним цветом. Но вот отель «Свежий ветер» — прикольная тема. Все, запарковались, хорошо. Да, у Дениса вон свои ботиночки. Правда, в машине их снял, потому что неудобно. Вот, такой вот прокат Эдельвейс. Сейчас тут это, возьму себе снаряжение. А народу нет пока. Хорошо в будние дни кататься. И даже дешево. Так, ну все, ребят, я вам оделся. Значит, что я взял? Шлем, ботинки, штанишки, курточку. Вот, сейчас померю пока на эту, на шапку. Это вот Дэн себе борт берет на прокат. А, точнее, это мой, получается. Это он сейчас, Денис тоже делает. Все, берем. Вышло все 1300 рублей. Поэтому погнали. Привет. Вот здесь, смотрите, какие старые лыжи стоят. Прям это, на меху. Офигеть. Да, раньше на таких катались. Прикольно. Ладно, все, погнали. Оделись? Все. Дэнни одевается. Все. Хопа. Вот, перчатки. Буду эти свои велосипедные использовать. Мне кажется, они должны будут прокатить. Ну, как-то так. Погода сегодня шикарнейшая, конечно. Так. Все. Дэнни готов. Сейчас вспомню, каково это. Сейчас, и нам вон туда вот. Прокатные доски. Ну, короче, вот 1300 рублей у меня вышло за ботинки, за штанишки, за курточку, за защиту головы. Ну, типа крепление, борт. Вот. Вот такие вот дела. И плюс взял с собой там сменные носки, футболку, потому что потом, блин, потный здесь будешь. Ну, чё, доволен, что вот перчатки есть. Нужные. И это. И балаклава, потому что без нее тоже никуда. И буду кататься без очков, чтобы они не запотели. Вот так вот. О. Селфи-палка. Удобно. Шаляк, можно. Ехать так будешь или не потерять, главное? Не, мне кажется, так он потеряется. Кстати, неплохо, неплохо. Так, в итоге я пока взял 6 подъемов плюс карточка, потому что я свою дома забыл. Так, вот он мой. Окей. Сейчас сначала покатаюсь, а потом хочу на это, на селфи-палке заснять. Но если я не буду так много падать, как в первый раз, то все будет нормально. Все, гол. С погодой вообще повезло на все 100. Сейчас сначала пойду на самой простенькой. Надо вспомнить. Потому что это тебе не в игрушке Republic of Gamers. А, Republic of Riders. А, Riders Republic, вот что. По крайней мере, в первый раз, когда я тут присел, ух ты, ничего себе, ветер. Я вот здесь вниз немножко съехал и 10 минут не мог подняться. Вот так вот. Ну, первый будет лайтовый. Да, блин. С горем пополам спустился. Но всего лишь упал один раз. Как? Блин, надо научиться ездить хотя бы на одной ноге еще. И сейчас опять этот бугельный подъемник, это боль какая-то.
О май гад. Для меня первый раз это было очень сложно. Прям я первый раз я, блин, снизу не смог подняться, я вот здесь всегда падал. Фу. Но все это постигается только в опыте. А я сюда приехал вообще видео позаписывать. Денис там пока разминается. Так что вот. Красота. О, снежные пушки работают. Ладно, все, попытаюсь подняться. Мы немножко переместились отдохнуть, вот, доски там оставили, а внутри можно вон, столовка есть, покушать, даже вон можно еду разогреть. Вот так вот. Короче, вот у Дэна карточка там типа подъем стоит 70 рублей, вот, а я взял себе обычный тариф 130 рублей один подъем. Вот. Это в будние дни, а в выходные стоит 260 один подъем. Вот. Поэтому выгоднее, мне кажется, ехать вообще в Красную Поляну или там в Розу Хутор, покупать там на целый день и кататься. Фу, ребята. Окей, все. Сейчас Дыня там еще пару раз проедет. Я что-то накатался. Сейчас последний раз, когда ехал, я просто, ну, второй раз вообще катаюсь на доске. И до сих пор это... У меня получается пока на заднем канте. То есть прям нормальный переворот заднего канта на передний у меня не получается пока. На более крутых горках нужно на что-то более такое пологое выехать. Вот. И как сейчас это вмазался, пипец, блин. Просто жесть. Вот, хотя, кстати, багажничек на крыше удобно. Доску хоть положить пока. Опа. Вот. Конечно, нормально так это. Упал, теперь рука болит. Если он еще на жопу, на копчик прям приземлился один раз, прям вообще с жопы. Все, сейчас, короче, очищаю, переодеваемся, фу, сдаем арендованные штуки и едем домой. На них вообще нормально приземляться. Ну, слушай, ну, мне казалось, это вообще для асфальта, ну, прикольно, да. Не, для асфальта они бы были бы сверху пластмассовые. А я вот сейчас ехал, мне, не знаю, видимо, на, как-то упал тоже, у меня вот здесь болит кисть теперь. Да, ну, кисть моя горная, это... Солнышко садится. О, отлично. Для второго раза неплохо. А в первый раз я вообще, ну, мне кажется, минут 10-15 я просто провел в положении лежа на склоне, потому что я вообще не понимал, как встать, чего встать. Потому что я это на видосиках из интернета учусь. Вот. Хотя, конечно, по-хорошему надо инструктора брать. Ладно, я сам себе инструктор. Ничего, научусь. Еще все познается в этом. Долгая дорога домой, солнышко уже садится, хотя время-то всего 15:28. Ну, так как мы спортом позанимались, теперь решено, сейчас мы сначала к Дэну домой заедем, потом хопа, едем ко мне,
И что, пивасик попьем, сидим. Да. Ну, так классика уже. Люди не молодые. Надо это. Спортом позанимались, надо отдохнуть. Решил мы, конечно, зайти во вкусную точку. Вот, и взял я себе этот, как он, Big Special Junior. Я так понял, это не очень большой. И, конечно же, американо, ребяточки. Вот так вот в городе Долгопрудном мы. Короче, приятного аппетита. Блин, картоха, кстати, то большая, то маленькая. Ну, точнее, то толстая, то тоненькая. Непонятно, как они так берут все по-разному. А у нас тут это, ну, точнее, не у нас ЧП, тут прорвало путепровод или что-то еще. Смотрите, какая. Тут просто воды куча. И все течет, а потом, представьте, это все замерзнет. Тут сейчас на улице, кстати, минус 7. Вот, ну, что-то там все перекрыли. Дмитровское шоссе. Вот, ну здесь как-то так, а еще остаточки. Было сказано, 2 часа назад там что-то случилось. Но пока вроде плывем, не страшно. У меня же, конечно, машина не вездеход. А, ну вот здесь вот, конечно, он скапливается. Типа вон там можно немножко подзастрять. Но мы с бачка, нормально. Не, ну так, конечно, не оценить. Но мне кажется, да, там машина, конечно, не утонет, но неприятно будет. Вот там пытается, я так понял, найти этот, какого, люк. Люка Скайуокера найти. А, кстати, вот под всем вот этим, ребят, там этот лед. То есть я сейчас газ нажимаю, все, машина буксует, офигеть. Ну все, самое сложное, проехали. Приехали мы уже в Москву. Все. В районе Рязанки решили себе пивчика взять. Вот, пойдем в этот, в перекресток. Раньше это был единственный перекресток в округе. В Жулебино только был. Вот, кстати, с Новым годом вас, ребятушки. Все, пойдем что-нибудь себе затарим. Фу, приехали домой. Уже это, немножко отогрелись, как называется. О, Дэн вообще целый день провел в этих сноубордических ботинках. Это его. Вот прикольные штуки, вот эти, которые завинчивают, прям вообще по кайфу. Оля здесь продолжает печь. У нас тут сейчас всякие вон панеттоны будут делаться. Офигеть, да? И смотрите, нужно протыкать. Они потом выпекаются. Там тоже они. И потом они переворачиваются. Вот. Давайте так закроем. О, а это, кстати, наш хлебушек. Тут вон уже партия готова. Смотрите, у нас тут целый склад уже этих штолинов происходит. Чем еще занимаются, значит, парни в компании двоих? То есть, ну, мы как это, знаешь, малые дети. Значит, выпили по бутылочке пива. Покатались. Да, покатались, выпили по бутылочке пива. Может быть, не по одной, но это секрет. Вот, и теперь сидим, играем в Battlefield. Правда, блин, геймпад один, поэтому мы даже не можем вдвоем поиграть. А я лошара, я забыл PlayStation на даче, потому что я его взял с 2 геймпадами, блин. А у меня для Xbox 2 геймпад тоже на даче. Поэтому либо как раньше приходится играть, знаешь, кто-то играет на компьютере там с мышкой, клавиатурой, кто-то на Xbox. Но здесь, к сожалению, так невозможно сделать. Ну, батла 5-я прикольная, кстати, по подписке. Она прям затягивает. Я ее, конечно, уже половину прошел второй раз. Меня прикалывает. А на кухне, ребят, у нас происходит вкусное торжество. Все замешивается. Все печется. Вон, Оливер панеттоне готовит. Офигеть. Такая вот красота. Давай, давай, трудись. Да. Нужно типа причесываться. Либо. Во. Решение всех проблем. Вот так вот делаешь. И все. Так, сегодня был первый день, когда я в течение всего дня нифига не брал телефон в руки. Вообще никуда не отвечал, потому что был реально занят делами. Я развлекался. А теперь время 10:30, футбола сегодня нету, нужно поработать. Да. Сегодня немножко лоханулся с экшн-камерой, потому что я взял, конечно, крепежку, думал, на рюкзак повешу, чтобы она, ну, вот так вот снимала. Вот, а крепежка была на креплении, она вот была вот так вот, забыл, блин, взять переходник, чтобы, типа, ее перевернуть.
поэтому заснял довольно-таки мало всего. Ну, ничего, бывает такое. Ну, потому что вот, конечно, такая крепежка, нужно было взять, типа, на бок. А у меня получилось так, что она была прицеплена вот так вот прямо, а на лямку цепляется сбоку. Ну, если, типа, кто не понял. Ужас какой. Ладно. Спасибо, ребят, большое, что досмотрели сегодняшний влог. Давайте, завтра будет тоже много всего интересного. Поедем по Москве. Вот. Надеюсь, будет реально круто. Давайте, с вами был Урия. До новых встреч. Пока. Влог декабрь. Йо. Новый год близко. Йо. Давайте, пока. Или нет? Да. Да ладно, все, шучу.